Это все тепло шумоизоляция. Утепление это так по-простому. А если по-сложному, тепло шумоизоляция. По шведской технологии. Шведы ее привезли еще в 95 году. Шведская, потому что климат Швеции и Петербурга схожи. Главное, чтобы герметик попал в щель между стеклом и рамой. Естественно, с заходом на стекло он потом окрашивается краской. Естественно. Это герметик акриловый на водной основе. Специально под покраску. Я мастер Сленремонт, меня зовут Марис. Сейчас вам покажу, как происходит утепление по шведской технологии. Теплошумоизоляция деревянных окон. Значит, первое, изначально мы делаем разметку по подгонке, где какой уплотнитель закатывается, какого диаметра. Потом второй этап, демонтаж оконных рам. И тут особо непонятно простому человеку вот эту разметку. То есть что откуда снимается, то есть тут каждая черточка, она что-то означает. Вот эти вещи. Вот. Так как у меня уже опыта больше 10 лет, я лишнего не рисую. Я рисую тут такого ничего не заметить. Я самое необходимое. То есть тут отмечается, сколько откуда снимается, в каком направлении. Здесь пишется, какого диаметра уплотнитель ставится. И теперь приступаем к демонтажу. Здесь еще, ну что, пропил сняли, подгонку сняли. Подгонку, чтобы потом подложить шайбу, то есть здесь угол упирается в коробку, здесь большой зазор, рама провисла. Мы здесь делаем, снимаем 2-3 мм, подкладываем под петлю шайбу, рама приподнимается на 2 мм, то есть снизу убирается трение, сверху перекрывается вот этот большой зазор. То есть мы ее выставляем как бы по геометрии в оконной коробке. Угу. В этот пропил потом закатывается уплотнитель. Так, здесь мне надо, сейчас буду заниматься врезкой замка. Так. Так, ручку мы потом обрабатываем.
силы на 20 лет. Затачиваем язычок у замка. Три закончили. Теперь закатываем подпись. И теперь в определенные места закатывается у подписи определенного диаметра. Все в зависимости от щелей, зазоров между рамой и коробкой. То есть по стороне петли идет самый плотный режим. Закатывается обычно 8 мм. Остальное буквой S закатывается уплотнитель вот такой, 10-миллиметровый. То есть вот за счет того, что вот у него шип в виде елочки, то есть он заходит в паз. Вот эта елочка распирается, но она и держится за счет этого. Вот сюда вот так вставляется. Хвостик срезали, вставили, закатали. Прижали, отпустили, она ничего не трет, свободно открывает. Все, убедились, забиваем палец. И потом смазываем замки. И нет, так же. Все. И как? Последний завершающий этап — керамизация стекла. А теперь его убираем в щель. Так вот. Так вот. Если вам нужно качественное утепление по шведской технологии, теплошумоизоляции окон, замена стекол, штапиков, замков, ручек, герметизация, обращайтесь в Ленремонт.
344, 44, 44.